Готовим чизкейк Сникерс. Для основы печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем какао, растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Перекладываем в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой, и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. Для этого к творожному сыру добавляем сахар, сливки и яйца. Хорошо перемешиваем венчиком до однородной массы. Выкладываем начинку на основу и выпекаем при 130 градусах примерно 1,5 часа, после этого полностью остужаем. Для карамели растапливаем сахар. Сахар ни в коем случае не мешаем. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, соль и быстро перемешиваем. Вливаем горячие сливки, перемешиваем и снимаем с огня. Пробиваем блендером и даем остыть. Готовый чизкейк вынимаем из формы, посыпаем арахисом и поливаем карамелью. Всем приятного аппетита!